Сегодня состоялись предметные переговоры по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки дня, в ходе которых мы обсудили основные направления развития белорусско-зимбабвийских отношений и перспективы их выхода на новый, качественно более высокий уровень. Беларусь рассматривает Зимбабве как важного партнера в регионе Южной Африки. Отношения между двумя странами можно охарактеризовать как дружественные и взаимовыгодные. В прошлом году мы уже заключили многомиллионные контракты на поставку белорусской техники МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш в Зимбабве с использованием механизмов экспортного кредитования и в скором времени ожидаем начала поставок. Эта техника очень нужна в Зимбабве. Без этой техники невозможна модернизация экономики, которую президент наметил. Мы стремимся двигаться дальше, прийти к более современным и многоплановым экономическим отношениям, чем просто торговля. Нами обсуждены перспективы реализации в Зимбабве инвестиционных и совместных проектов в сфере сельского хозяйства, строительства, транспортной инфраструктуры, энергетики, геологоразведки, добычи полезных ископаемых. Беларусь заинтересована в продвижении своих услуг, техники и оборудования в рамках различных проектов, особенно в сфере горнодобывающей промышленности. Мы готовы к созданию машиностроительного предприятия, масс-молочного комплекса, развития дорожной инфраструктуры, разработки месторождений полезных ископаемых. Мы готовы с вами сотрудничать в области образования, здравоохранения. Мы исходим из того, что наращивание и диверсификация белорусского экспорта в Зимбабве должны отвечать общим интересам, в том числе способствовать экономическому развитию страны. Перед нашими партнерами остро стоят задачи по индустриализации страны, развитию сельского хозяйства, подготовке высококвалифицированных кадров. И мы готовы вам по всем этим направлениям оказать существенную поддержку. Такой подход считаем взаимовыгодным и беспроигрышным для обоих партнеров. Итоги сегодняшней встречи я оцениваю как плодотворные. Было много тем для предметного разговора, достигнуты определенные договоренности. Главное, мы договорились с президентом, что к моему визиту в Зимбабве мы подготовим ряд конкретных контрактов, которые мы, две страны, должны будем осуществить уже в этом году. В скором времени мы ожидаем значительного прогресса не только в двусторонней торговле, но и в сотрудничестве в сферах частного бизнеса, промышленности, сельского хозяйства, добычи природных ресурсов, образования. В части расширения белорусско-зимбабвийских связей по линии деловых кругов наших стран надеемся на результативные переговоры и выстраивание взаимовыгодных долгосрочных контактов в ходе предстоящей сегодня встречи президента с белорусскими деловыми кругами, заинтересованными в сотрудничестве в Зимбабве. Необходимо также наладить и в дальнейшем поддерживать устойчивые бизнес-связи по линии торгово-промышленных палат, ассоциаций деловых кругов. Потенциал взаимодействия двух стран огромный. И я уже сказал президенту, конечно, Зимбабве сегодня переживает непростой период. Через это надо пройти. Поэтому я пожелал моему другу, президенту и делегации, которая сопровождает президента, решительности и решительных действий по преодолению проблем, которые складываются в Зимбабве. А трудолюбивому зимбабвийскому народу терпение и мужество.